без шансов. Да, ну да, да. Что это требовалось доказать? Я умираю, да, конечно. Я просто беру и умираю. Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексоник. Я поиграл в игру под названием Brawl Stars. И вот, ребят, смотрите, у меня спайка. Все, я умер. Нет, все. Что он делает? Ладно. Вот, так вот. В чем-то прикол. Я сейчас апну спайка на 500 кубков, ребят. И если наберется 20 лайков, ну я уверен на 100... На 200%, что 20 лайков никогда в жизни у меня не наберется и не будет. Именно под видео. На стриме это будет, а вот под видео нет. Я даже не убираю. Я просто сказал, потому что просто на спайке играть. Но если будет, ну, очень маленький шанс. Если будет, то я 100%, я вам обещаю, я апну его на 600 кубков. Если 20 лайков. Но 20 лайков не будет. Все. Так вот, продолжаем апать спайка на 500. Осталось совсем немножко. Я не могу, я такой беспомощный. Меня крысят за 2 тычки. Вообще. Может, за одну була. Просто даже на ней один раз вплотную ко мне подошла. Чпокнула. Больше меня и нет. Пожалуйста, нет. Вот. Что я требовалось доказать? Я пятым сдох плюс 2. Вот, вы видели мои кубки, если, конечно, успели. Но сейчас будет все самое интересное. Самый сок еще впереди, ребят. О, не, я не буду даже. Может, подойти к нему. Ладно, не-не-не. Он отдает мне банки! Он мне банки отдает! Спасибо тебе большое! Да благословит тебя Бог-то, а. Мне дали банки, понимаете, мне любой персонаж не хочет давать банки, но я даже тимлюсь, меня со мной даже не тимится, понимаете, со спайком, не тимится, со спайком, с Пабло, понимаете, уже до того пошло, что уже с Пабло не тимится, но если тут еще чел, я просто армию. Но тут чела не будет, и слава богу. Не, если тут сейчас Пабло будет какой-то, вылезет на меня. Мне, в принципе, надо просто сесть в кусты и ждать. Возьмите меня с тобой. Ой, Эдгар, Эдгар. Он прыгнет, тварь. Сейчас он должен прыгнуть, тварина. Плохая позиция вообще. Hell, girl. Пам-пам-пира. Пи-пи-э. Блин, что мне делать с Эдгаром? Эдгар реальный просто. Что там? Блин, если на меня сейчас прыгнут... Если бы я той колючкой попал. Ребят, ребят, 5 кубков, 5 кубков, пожалуйста, я не могу. Я не могу их апнуть, ребят. Я, блин... Ну вот, смотрите. Давай, затимимся, давай. Все, уходи. Уходи. Ну, блин, ну что он делает? Все, ребят, видите? Не понимаете, мне даже банки отдавать не хватит. Поэтому я сейчас вообще буду сейчас, если чел вот не хочет давать банки, я просто буду убегать. Мне, видите, я не могу ничего сделать. У меня за 2 тычки. Ну, все, опять идет. Что же у шатан? Все, я умер. Переиграл на понимании, сынок. Переиграл на понимание. Катка топ-1, да? Катка топ-1. Давай затимся.
Возьми меня с собой, пожалуйста. Спасибо. Не надо базы бить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, он база моего убил, который мог мне игру выиграть. Давай затемимся в фрэнк. Ну блин, ну... Уйди. Спасибо большое. Фрэнк реально молодец. Ребят, топ-1. Ребят, топ-1. Топ-1. Ровно 500 кубков. Ой, 20-й ранг первым левелом. Ребят, первым левелом. О, боже мой. Впрочем, все, ребят. Набираем 20 лайков, но маловероятно, на 200%. Ладно, на 99,9%. Что я не смогу. То есть, типа, вы не сможете просто поставить 20 лайков. Вот я и не надеюсь. Так что 500 кубков. Я его не буду апать. Ладно, 3 дня. 3 дня я его не буду апать, ну типа силу. Так что выбор за вами. Ладно, всем удачи. С вами был Алексоник. Мы апнули спайка на первой силой на 20 ранг. Ребят, вот что я усвоил за этот урок. Ребят, лучше не апать персонажей вообще. Первой силой в ШД особенно. Это просто пипец. Ребят, если вы делаете это для контента, то ладно. Но если вы просто так делаете, вам, ребят, лучше не советую. Во-первых, очень жестко агрессируют на вас люди. Видят, что у вас мало хп, вы даете мало урона. Они просто начинают вас лезть и вас убивать за 2000. Конечно же, это неприятно. И тиминг. Например, ты затимился с челом. Все, он видит, что у тебя мало хп, он просто тебя за 2000 выносит, и все. Лучше не тимиться тоже с первым левелом. Банки, когда, например, чел идет, и у тебя вообще мало там банок, ты фармишься, лучше отдавать ему банки. Не надо вообще соперничать, как-то предлагать, там очень сдалека ульту поднабить. И следующее, это, конечно же, не брать персонажей первым уровнем, например, Мортиса или ближников каких-то. Это вообще пипец, это очень сложно. Там только уже надо играть на место. Там нельзя уже убивать, ни как-то стрелять, а все. Просто сидеть в кустах. Так что все. Я советую вам не апать первый левел. Забыл подметить, если вы набираете 20 лайков на этом видео, то тогда я апну спайка на 600 кубков первой силой. Но если вы точно наберете, я... Клянусь вам, я его апну на 600 кубков. Да, это будет сложно, да, это будет муторно, но я его апну, если наберется 20 лайков. Так что, всем спасибо за просмотр, с вами был Алексоник. Всем удачи, всем пока.